Новенький тут, да? Да. На конгломерат работаешь? Ну, не то чтобы работаю, я доброволец, сам отправился сюда. Ага. Здесь таких не часто встретишь. Ну, сказать, что это похвально, не могу. Скорее, отчаянно. Тут все не так просто, как ты думаешь. Что вы имеете в виду? Сам поймешь, ну или нет, не знаю. И вообще, времени болтать у меня особо нет. Жетон принимаю. Комната твоя вон там, за дверью. В ней есть все необходимое. Ну а дальше уже сам обустраивай, как хочешь. Спасибо. Я и не рассчитывал на жилье. Если чего надо будет, то можешь купить у меня. Принимаю только детали. Меня Михаилом зовут, кстати. Ну или дядя Миша. Так обычно местные называют. Да. Кто это? Как вы со мной связались? По рации. Черт бы тебя побрал. Я тут спрашивал у торговца местного, если здесь те, кто захочет поработать. Он сказал, что ты новенький, и, скорее всего, тебе нужна работа. В общем, я занимаюсь исследованием флоры и фауны на Граничном. Здесь много экземпляров, которые являются не совсем стандартными животными или людьми. Хорошо, и что же вам нужно? Ты слышал про объект номер 11? Нет. Вонога. Так ее называют. Мне нужны образцы ее тканей, срезок кожи или плоти. Я хочу исследовать это существо. Есть данные, что некоторые особи поселились на территории РЛС-купол в одном из зданий. Это где-то в квадрате G7. А награда какая? Сначала раздобудь образцы. Оплата будет достойной. До связи. Thank you.
тропа! У нас гости! Thank you.
А прохладно здесь. Кажется.
Че за херня? Я сломил, кажется. Братва! Я что-то слышу! Жена в гости! Ше, ублюда! На куски порежу! Опа-на! Кто к нам пожаловал?
ну-ка подойди сюда, щенок. Лови в морду! Иди-ка сюда. Братва! Я что-то слышал!